Полное описание и точная дата выхода четвертой серии нового сериала «Цыпленок жареный». Четвертая серия сериала выйдет на Первом канале 2 февраля. В новой серии мы увидим, как Бухнер находит общий язык с белыми. Компаньоны действуют агрессивно, намереваясь расширяться и составить серьезную конкуренцию дяде Коле. Кумов заказывает Шорину наркотическое вещество. Родя организует налет, как и всегда, оригинально и артистично. Однако без выстрелов на этот раз обойтись не удается. Вася сообщает шестичастному, что налетчик – хахаль Клавы, но они решают пока попридержать эту информацию от чекистов. Родя возвращает Клаве украденные документы. Напомним, четвертая серия сериала выйдет на Первом канале 2 февраля. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.